Ого, вот это пас прошел сейчас. И наконец-то Мураускас. Наш Абгал где-то получил, возможно, что и вчера. Вчера, честно говоря, не помню, у него синяка под глазом. Но баскетбол игра такая, там статуса. Но если так рассуждать в чем-то поверхностно, может, очень красивый мяч сейчас забивает. Еще немного, и через него пойдет игра. Хотя в атаке сборной Литвы фол на Мураускасе. Климас на позиции разыгрывающего. Мураускас впивается в мяч Арсикевичус. Мураускас. Ну, и надо сказать, что пока, я понимаю, что это вроде мелочи такие, но все-таки из мальчи кое-что может вырасти. Пока во второй четверти Израиль впереди со счетом 2-0. Тяжеловато было. Ну, рисковал, но с другой стороны, в принципе, единственное, что вот, наверное, тренер может сейчас предъявить, что в такой ситуации... В общем, по-разному, поэтому пока прогнозировать что-то абсолютно бессмысленно, потому что во второй четверти мы были очень хороши. Мураускас, не то, что сейчас. Плотной опеки, Щигликов. Обидный промах. Да. Близко было. Мураускас. Тяжелейший проход. И подбор сам же играет и добавляет. Кублицкас снова разогнался, но... Поднять не сумел уже мяч. Мураускас. Кублицкас. Мураускас. Против него трое в буквальном смысле, а иначе никак. По меркам Литвы это вообще не комбинация. Я вам... Карлис Абрамавичус. Издали Мураускас. Еще раз напомню, что именно Азран был лучшим игроком своей команды. Начинает атаку своей команды. Мураускас. И снова бьет издали. И точно. Родионов, точнее, прошу прощения, скидывал, да, на Петухова, но... Но вновь Кирилл не точен. Мураускас. Нет, мажет. Не точно. Тем временем я вижу, что уже постепенно другие команды подтягиваются. Напомню, что сегодня будет еще одна игра. О, да. Правило, и продолжается атака. 12 секунд еще есть у сборной Литвы на эту комбинацию. Ну вот, по-моему, снова они уже пытались это делать. Да, но сейчас уже прочитали наши. Были готовы к этому. Мураускас ничего не оставил. Капитаны, кстати, сегодня тоже хороши, я считаю. У тех, и у других. Мураускас немного не точно. По-моему, лишние были шаги сейчас. Плюс едва не перевесила голова. Это случается. Яцов. Ох, как здорово рванул в лицевую. И чуть-чуть не повезло. Я понял, что он хотел сделать. Конечно, такой побреющий дуги. Яцов. И подбор. Ощущение, что Литва защищается просто здорово. Онче, по-моему, это его первый выход на площадку в сегодняшнем матче. И первая попытка неудачная атаковать. Пробьют. Никто не мешает. Это 3 очка будет. Могло бы быть, если бы мяч попал в кольцо. Заступа не было. Это такой баскетбол вечно. Кто выиграет, никто не знает. Из-за дуги Азран. Возняк, но вообще-то, помни его, конек, откровенно. О, спиной к концу. Находит со средней Антипова. Дистанции. Не точно. Ну, а Мураускас нагло. Арусикевичус. Мураускас на подборе. Успевает на предмет плюс-минуса. Вот сейчас атаковал из угла площадки Онче. Петухов скинул на Чигликова, ну, совершенно один, не точно, Мура, точная передача, его отличный пас под кольцо, но... и как же так? Да, Родионов, точнее, прошу прощения, скидывал. Важны так называемый стандарт, ну, в любой командной игре, в баскетболе, в том числе, вот сейчас я. Это в баскетболе на расстоянии одного-двух точных попаданий. А было близко, между прочим. Мураускас.
Климас. Хазут против него был недолго. Вы смотрите, даже такие мячи не заходят. И Литвы в этом матче сыграют, если сыграют, то именно они сыграют. Подряд не смог набрать это баскетболист, хотя возможности были хорошие. Шикарный блок шота. Ужасное начало для сборной Литвы, но Мараускас уже здесь. Вот так вот. Этот проход. Даманта Сараускас отправляет мяч в наше кольцо, а у нас в атаке очень... 33%, то есть так-то атак достаточное количество, но просто с меньшим процентом мы это делаем. Итак, у нас началась вторая четверть. Напоминаю еще раз, что мы работаем в прямом эфире из подмосковной Красной Покры. Ох, какой красивый! Рудовский. Увы. Да, так задумка... Рискованно, да? Рискованно, хорошая была задумка, но прочитал ее литовский игрок. Ну и вот... Зудукин шикарно играет на подборе, в борьбе. Климас. Команды. Претензия на отрыв. Плюс 4 у Литвы. Яцов. Перехват. Мурауск.